Всем привет, это доктор Роганов. Сейчас я нахожусь в общем в своем антивирусном бункере, который находится в районе Звездного. В запасе продовольствия, всем необходимым. Буду переждать вирус здесь, держать его, так сказать, на расстоянии. Что у меня вот есть? Например, есть газ. Если что, если коронавирус пройдет, мы его будем сжигать на газу. У меня есть безопасные окна с решеткой. На улице, видите, никого вообще нету. Так что все люди сидят по домам, ожидают коронавирус, надеются, что он не придет. Вот. Что у меня еще? Значит, не замерзайка, чтобы не замерзнуть. Ну, еще всего очень много, так что пока что в безопасности. Ситуация тяжелая, но всем советую не паниковать, не унывать. Мы сейчас записываем рэпчик, сочиняем противовирусный. Так что что делать? Сидите дома и ничего не делайте. Смотрите наш канал. Все, всем удачи, пока.